Снега почти нет, зато есть снеговики. Да еще какие, добряки. Более 60 снеговиков разместились перед ледовой ареной «Трактор» как символ начала акции помощи детям. В ставшей традиционной акции принимают участие общественные деятели, депутаты Южноуральского Заксобрания, а также, куда без них, хоккеисты ХК «Трактор». Хоккеисты «Трактора» исполняют желание обратившихся детей на Новый год. И мне приятно, что наши парни из команды откликаются в индивидуальном порядке. Акция проходит третий раз, но уже полюбилась южноуральцам, особенно самым младшим. Ведь именно пожелания детей с тяжелыми заболеваниями, словно по волшебству, исполняют снеговики-добряки. Организаторы получают сокровенные письма ребят, собирают средства онлайн на сайте и вживую, а затем покупают деткам подарки и исполняют другие желания. В этом году к акции присоединились почти 170 участников. Среди активных помощников и спонсоров – крупные компании, малый бизнес и просто неравнодушные жители области. За три года новогодний благотворительный флешмоб превратился в общегородской праздник. На площадке перед ледовой ареной «Трактор» разместилось более 60 снеговиков. Одного из них сделала семья Текслеров, а помогали им юные инженеры «Кванториума». Впрочем, волшебником может стать каждый. Для этого достаточно зайти на сайт «Снеговики-добряки», там найти тронувшее вас письмо с желаниями детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, и исполнить мечту ребенка. А мечтают эти дети о том, что и остальные. О новом велосипеде, лыжах или коньках. И пусть у них пока не получится покататься, зато это отличный стимул выздороветь быстрее.